Староскольцы подозревают в мошенничестве с сертификатами о прохождении вакцинации. 27-летний неработающий местный житель 3 августа получил 6 тысяч рублей за якобы оформление документа без фактического прохождения процедуры. После передачи денег его задержали. Мужчина подтвердил, что хотел обмануть клиента. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Горе-предпринимателю грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас он под подпиской о невыезде. С кем-то? Кто в машине у тебя? Кто с тобой в машине? Знакомый.